Дорогие друзья, я бы хотел сказать огромное спасибо Андрею Веселову, потому что он нас всех собрал сюда, и мы здесь узнали, ну, лично я для себя узнал, что у меня все-таки не малый бизнес, а огромный, нужный людям бизнес. Я здесь встретил людей, которые все-таки не так сильно заботятся о своей прибыли, как о том, чтобы их дела и их услуги дошли до наших людей, чтобы нашим людям было жить лучше, комфортнее. И вот эта вот забота о людях, забота о процветании нашего Отечества, она тут витала в нашем здесь на конференции, и это было очень торжественно и приятно. Я хочу сказать, что меня зовут Юрий Федорович Миронов, я директор Российского центра родословия. Мы тоже тут узнали много для чего интересного, научились работать в интернете, ну не научились, а сказать, поняли, как там работать в интернете. Мы поняли, как организовать отдел продаж, поняли, как маркетинговые усилия превратить уже, как инвестировать прямо в продажи. И это нас зарядило новой энергией. Я вообще уже знаю, как разговаривать, во-первых, с сотрудниками, а главное, приглашая людей, айтишников, зная, какие задачи перед ним ставить.